Всем добрый день, друзья. Мы с вами находимся на улице Циолковского, вот у гостевого дома Ширак. Большой-большой такой. Я раньше думал, что это что-то связано с Францией, а нет. Это район в Армении. И вот теперь его называют, точнее этот гостевой дом назвали Шираком. Но цель моя не Ширак. Меня попросили показать Циолковского 22. Ранее была просьба показать этот, как его, Циолковского 39, вроде бы, я помню, но забыл. О, вот и хозяин. Вот, мне, короче, ребят подсказали, что вот этот 22-й, это не только вот этот красный домик, она и вот эти вот беленькие тоже. Фигула, красивенькие. Еще сзади есть, еще вон там. И сзади, так что тут как бы, да, есть номера хорошие. Заселитесь, и проблем не будет, номера будут хорошие. Сам я не был, как понимаете, мне не надо, у меня свое есть. А так вот, место хорошее, ну сейчас пойдусь до моря покажу вам, что да как. 2 минуты, да, 3 минуты до моря. Да, до моря тут близко, это я уже знаю. 2-3 минуты. 2-3 минуты, ну мы сейчас пойдем, покажу я вам на Москву звезду как. 39-й не пойду, высоко, лень сегодня. Так, идемте к морю, покажу вам вот этот, в общем, домовладение Циолковского 22, и вот от него мы отправляемся прям к морю. Тут действительно, в прямом смысле этого слова, идти-то всего ничего. Этот маршрут я уже проходил, я не знаю, разов я не знаю сколько, 5, может быть 10, не знаю, но постоянно здесь хожу, поэтому при желании можно будет найти видео, но меня постоянно просили показать, что тут новое, что-нибудь строилось или нет, и вот сегодня, я имею в виду на месте, где сгорело строение, и вот сегодня я впервые заметил, что ведутся работы, вот уже металлический каркас собран, видите, на противоположной стороне что-то варят, да, я так думаю, что будут киосочки, шашлычные, не шашлычные, сказать вам не смогу, там, короче, не вариант определить сейчас по вот этим вот, я думаю, что могут быть определенные вопросы в случае, но вот торговля точно будет. Нам мы идем к морю, знакомые все улицы. Вот видите, все, что осталось после пожара. Рядом Пятерочка, Универсам, под ней Магнит косметик. Ну, мало ли, понадобится кому-то накраситься дамам. Кроме того, тут торговый центр Бирюза. И так получается, что я сейчас снимаю сразу все на свете, я имею в виду, и где бы я поселился. И непосредственно дорогу от Циолковского 22. Ну, как вы поняли, Циолковского 22, вот мне подсказали, что достаточно большое домовладение, обширное, много зданий, несколько зданий, так что я думаю, выбор там есть, и неплохой. Справа от нас Бирюза, я даже не знаю, что он тут рассказывает, показывает, потому как мы тут уже 300 раз ходили. Море близко. Единственное, что может вас немножечко отлучить с морем, так это вот этот вот светофор сейчас будет. Он так долго горит. Прям стоишь иногда, ждешь, уже не выдерживаешь. Блин, а тут играет иностранная музыка, поэтому я сейчас отключусь. Ну, буквально до светофора это будет метров. А нет, вроде притихло. Не буду выключаться, раз притихло. Так, иду чуть-чуть ускоренным шагом, так. Ну, даже если вы будете тут с детьми ходить, вам сам будет близко, вам поверьте. Вот от гостевого дома Ширак, от Циолковского 22, тут недалеко. Как видите, пересекаешь Победу, пересекаешь Лазарева, и ты уже практически на море. Вот он, светофор, о чем я и говорил, гореть зеленым для автотранспорта он будет 116 секунд. 1,5 минуты, это смерти подобно тут стоять. Но что делать? Возможно, придется это вытерпеть. Осталось тем более. Как раз 1,5 минуты осталось. Трасса здесь достаточно оживленная, поэтому рисковать, перебегать ее не стоит, если есть машины.
Если же машин нет, тогда на случай можно немножечко понаглеть. Вот так вот не делайте. Я уже прям читаю в комментариях, что ж ты делаешь, что ж ты, блин, чему ты учишь. У каждого своя голова. Ну вот, мы идем к морю, на пляж Морская Звезда. Можно пойти не обязательно к морю, можно куда-нибудь пойти там. В смысле, не обязательно на Морскую Звезду, пожалуйста. Право. Свирский. Тут кто-то что-то кричит. Громко говорит, я правда не пойму откуда. Журчат ручьи, поют голчи. В данном случае голуби. И мы на море, ну как вы поняли, до моря идти всего ничего. Все собирают ракушки. На море полнейший штиль. Даже вот те вон большие бетонные плиты. Такие стоят. Спокойные, спокойные. Никто их не омывает. А эта электричка выехала только-только с вокзала. И ей направляется в сторону Туапсе. Так что, ребят, вот такая ситуация. Все близко, место хорошее, интересное. Внизу главное, что не надо ничего там далеко подниматься. Море рядом, магазины рядом. Ну, если вам единственное, что вот придется до парка вот дойти вот туда, есть два варианта. Оживленный вариант по улице Победы. Прогулялись до кинотеатра Восход. Завернули направо и к морю. По Циолковского. Что ж там такое кричит? Что-то там проверяет. Можно даже пойти, если выйти сюда и тут по пляжу пройти буквально, не знаю, метров, наверное, 200. А потом вы уже выходите на более-менее прямую набережную, непосредственно на набережную, вот перед этим большим синеньким домиком. И все, и идете по прямой к центральному причалу. Вообще шла мысль, точнее не мысль, а говорили, что будут соединять центральную набережную, вот от Колораж, буквально от Стелла, где я обычно снимаю по утрам, и до пляжа Дельфин включительно. Все это хотят сделать одной большой-большой набережной. Я просто, честно говоря, я не знаю, как здесь будут делать эту набережную, за счет чего. Ну, то есть, либо здесь надо будет сокращать пляж и делать набережную. Я думаю, что это не совсем целесообразно. Вот. Да и вообще, сокращать пляж нецелесообразно. Набережную нужно делать в тех пределах, какая она есть. Но это, опять же, мое мнение. Я, как всегда, шибко умный. Но, с другой стороны, тот проект, который я видел и показывал вам фотографии давным-давно, еще это было, правда, он, в принципе, не такой уж продолжительный. Если не ошибаюсь, он там чуть ли не до Гренады доходит, и все, и на этом центральная набережная заканчивается. Вот. Какое она будет, мы узнаем, возможно, ровно через год, так как планируют приступать к работам в октябре месяце 2021 года. А, кстати, пусть тоже будут делать набережную, говорят, красивую, там чуть ли не мирового уровня. Ну вот, такие вот слухи ходят. Наш молодой мэр Алексей Копыль-Городский наводит марафетик. Похвально. Все красиво. Кроме того, есть новость, что вот хотят сделать многоуровневую парковку на улице Тормахова. Это как раз, то можно сказать, на Колораж, прямо напротив практически прибоя второго. Это я вам по секрету выдал, сам вчера в новостях увидел. Чудесным образом включил телевизор, а там местные новости. Ну а на этом все. Всю полезную информацию, все, что я знал, я вам выдал. Всем пока и до новых встреч в эфире.